провели эти несколько месяцев, вновь начинает свою работу. И я рада, что у меня снова есть возможность каждую пятницу выходить на эту сцену, чтобы говорить вам. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Фабрика звезд 2». Свою работу начинает вторая «Фабрика звезд», говорит лишь о том, что в нашей стране слишком большое количество талантов для одной «Фабрики звезд». Одна «Фабрика звезд» с этим просто не справилась, поэтому мы решили открыть вторую, чтобы простые юноши и девушки, талантливые молодые люди, путем упорного труда, путем работы над собой, на нашей «Фабрике звезд» превращались в звезд первой величины. А пока для тех, кто не знаком с нашим проектом, наверное, есть такие в этой стране, посмотрите. Смотрите о том, как все начиналось. Мысль о создании такого шоу появилась в Голландии. Проект оказался настолько успешным, что во многих европейских странах стартовали подобные. Пристегните ремни, держитесь покрепче. Вперед, и да пребудет с вами сила. И вот в прошлом году «Фабрика звезд» запустила свое производство в России. Тогда зарубежные финалисты европейских программ пожелали российским участникам удачи. Французская поп-звезда Патрисия Каас поприветствовала молодых талантов и пообещала посетить Москву. Я думаю, у вас много талантливых людей. И я считаю, что вы должны верить в себя и любить то, что вы делаете. Российское шоу стало частью международного проекта «Академии звезд». «Фабрика звезд» начинает свою работу на Первом канале. И с вами я, Яна Чурикова. Вот так. Поздравляю вас с тем, что мы теперь полноправные члены международного движения «Фабрики звезд». Мы продолжаем здесь давать молодым талантам возможность проявить себя, показать себя всей стране, всему миру. Основная часть, как вы знаете, учебного процесса на нашей фабрике – это, ну, когда звезды, уже состоявшиеся, маститые, делятся своим опытом с нашими молодыми начинающими, но такими желающими стать славными, настоящими, зажигательными. Когда на эту сцену выходят звезды отечественного и мирового шоу-бизнеса, в прямом эфире Первого канала, передавать свой опыт полуфабрикатом пока что. Это и называется «Фабрика звезд». Человек, который сейчас здесь появится, это просто наш старейший педагог, если можно так сказать. Человек, который отдал большую часть своего актерского опыта, вернее, просто так взял и поделился с нашими полуфабрикатами, это Филипп Киркоров! Суд!
тобой вдвоем. Из первой. Это Филипп Киркоров, конечно же. Приветствуем его. Я счастлив, что я снова здесь, на «Фабрике звезд». Удачи всем! Заходите к нам почаще, Филипп. Филипп Киркоров – это большой друг ребят с первой «Фабрики звезд». Филипп, скажите, пожалуйста, а вы уже, наверное, наблюдали за ребятами в туре, они уже как взрослые артисты, поехали по городам России давать концерты для всей страны, может быть, они уже где-то рядом с вами, друзья мои? Филипп. Они рядом с нами, они по всей стране, и с большим успехом проходит их гастрольный тур, я счастлив за них. Аншлаги, полные залы, это самая большая награда для зрителей, вот такие вот залы. Спасибо, что вы поддержали первых звезд «Фабрики звезд». Спасибо. Надеюсь видеть вас на второй «Фабрике звезд» в гостях. Филипп Киркоров! Спасибо! Удачи! А вообще-то все у нас будет, наверное, где-то по-старому. После этого шоу наши новобранцы, которых вы еще не видели, но скоро вы с ними познакомитесь, отправятся в звездный дом, где и будут жить все это время, а вы будете за ними наблюдать. Ну а пока этого не произошло, давайте посмотрим, как жили ребята с первой «Фабрики звезд» в этом доме под присмотром камер. Очень круто ты попал на TV. Ноги должны быть готовы. Ведь он не покажет тебе, как делать. Я тебе покажу, как делать. Леш. Егор, как ты, я тоже могу. Делай, как я. Ну, поехали. Ой, да. Я бы на вашем месте делал бы такие дурацкие лица такие делать. Да. Все, что так сложу. Оу, щас. Каждом. Немножко огонька. Мне кажется, что хорошо придумали. Что ж ты ругаешься-то, а? Жизнь на первой «Фабрике звезд». Но, как вы знаете, быт – это не главное у нас. Мы делаем профессионалов. А для того, чтобы люди стали профессионалами, они должны учиться каждый день, все свое время посвящать тому, чтобы узнавать что-то новое о той профессии, которую они для себя выбрали. Лучшие педагоги в области шоу-бизнеса. Все они работают на «Фабрике звезд». Я хочу представить вам наш новый преподавательский состав. Дамы и господа, в прямом эфире Первого канала наш новый музыкальный продюсер. Музыкальный продюсер проекта «Фабрика звезд» Максим Фадеев. Замечательный композитор. И аранжировщик к тому же. Максим Фадеев. Его появление означает, что, во-первых, вся в студии встает, а во-вторых, у нашего проекта будет новое музыкальное лицо. Какое, Максим? Чем вы будете заниматься здесь? Музыкой.
Максим Фадеев будет заниматься здесь музыкой. Это наш музыкальный продюсер. Я прошу вас пройти в ложу преподавательскую. Далее все без изменений. Хорошо знакомый вам наш хореограф Егор Дружинин. Это означает, что двигаться ребята с новой фабрики звезд будут по-прежнему хорошо. Далее, друзья мои, сенсация проекта, преподаватель по фитнесу. Как бы вы думали, кто это может быть? Николай Бурлак это! Коля Бурлак, выросший на первой фабрике прекрасного преподавателя. Раньше он был просто спортивным молодым человеком, теперь он может делиться своим мастерством с новой фабрикой. Далее Герман Седаков, это наше актерское мастерство. Добрый вечер, Герман. Рада снова вас здесь приветствовать. Еще одно новое лицо на фабрике, это наш стилист Никита Нагибин. Никита, отныне вам предстоит заниматься внешним видом наших новобранцев. Сценическая речь. Валерия Ковальзон. Не все еще скороговорки под Валериным руководством проговорили участники нашей первой фабрики. Валерия, располагайтесь. У нас есть ключевые, конечно, позиции в преподавательском составе, в том числе, которые остались неизменными с прошлой фабрики звезд. За то, как ребята поют, отвечает мастер будто вокала Владимир Коробка! Да, есть вещи неизменные. На нашей фабрике звезд это Владимир Коробка и наша константа. Это директор фабрики звезд Лина Арифуллина! Преподаватели уселись, они уже готовы наблюдать за своими новыми учениками и пытаться понять, с чем им предстоит иметь дело в ближайшее время и с кого нашим преподавателям предстоит делать новых звезд. Вы снова на фабрике звезд, дамы и господа, в прямом эфире Первого канала. Все мы наблюдаем за тем, как новые, пока что вам неизвестные, но они скоро здесь появятся, кстати, новобранцы фабрики звезд будут показывать себя перед вами. Ну а пока что они только готовятся там за сценой и очень волнуются. Давайте-ка узнаем, что же делают сейчас звезды первой фабрики, которых никто не видел уже более 2 месяцев. И все задают вопросы, где же они? А рядом с вами, в вашем городе, на концерте. Посмотрите, как это бывает. Книжки достаньте. Такое чувство сейчас, что живешь от концерта до концерта. Ты видишь людей, тебя видят люди, это очень здорово. Я буду молиться на эту роспись. Я сейчас очень счастлив. Если это людям нравится, если это востребовано, значит это хорошо. Убери их мозгой! Каждый день мне даром не прошел. 20-й раз! Это сказка. Самая настоящая. Как соловей, и об этом знали.
друзей. В адрес Первого канала кто-то выслал твой альбом. Но послушайте, ребята, эти песни просто лома. Ты считал, что здесь таких рыбешек целый путь. И если папа не олигарх, то шоу-бизнес тебя никогда не возьмут. Но крутой, крутой продюсер на тебя, видать, запал. И жюри сказала: круто! Круто! Очень круто ты попал. Круто ты попал! Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ удиви. На ТВ. Ты звезда. Шоу, шоу, бизнес, я чё-то не пойму. Кто женился, кто развелся, полетит он на луну. Девчонки бреют череп, а ребята пудрят нос. Может, это они шутят, ну а может и всерьез. Мы теперь умеем много, тянем ноты и бедро. Кто-то словно Элис Купер, кто-то как Мерлин Монро. Каждый здесь достоин Грэмми, каждый профессионал. Кто сказал, что мы попали? Я попал, и ты попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Повезло. Позвонил администратор, крикнул весело: алло! Забирайте чемоданы, вы в проекте, все окей! Мама выронила чашку, папа выключил хоккей. Позади часы волнений, репетиции, фотопро. Конкурентов было много, но судьба сказала стоп. Не звезди по дискотекам, позабудь про свой подвал. Потому что ты в финале, потому что ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал на ТВ. Дал пост, принял. Смена караула на фабрике звезд. Молодые и раскрученные уступают место молодым, свеженьким, которым только еще предстоит пройти по их пути. Давайте еще раз поприветствуем наших новых полуфабрикатов. Подробнее о них мы расскажем чуть-чуть попозже. А пока что просто хочу сказать, что все по-старому. 8 юношей, 8 девушек. В общей сложности их 16. Сразу после концерта они отправятся в дом, где начнут. Очень тяжело жить. Дом, кстати, приходят гости иногда делиться опытом. А какие гости были в первой фабрике звезд? Смотрите-ка. Вау! Здрасте! Здравствуйте, девочки. А нам сказали, что вы... Я поздновато. Я же Саша. Здрасте. Позвольте в вашу хату. Я закончил музыкальную школу, не помню вообще ни одной ноты, сольфеджио не знаю, я напрочь это забыл. Ой, красота-то какая-то. Добрый вечер. Сутку мою. Здрасте. Мы к вам с МТВ пришли. Здрасте. Здрасте. Вас тут куда садятся? Слушайте, как вы здесь живете? А что в таком бардаке живете-то? Саша, здравствуйте. Александр, да, я там проходил. Здравствуйте, Саша. Тезка. Да, а, да. Да. Ну что, у вас модно так. Ау. Я представился, со мной такая Маша. Здравствуйте, дети! Опа! Дед Мороз пришел. Я вас с порога сразу огорчу, я к вам навсегда. Надеюсь, вы уже усвоили, что когда в звездный дом приходят гости, сначала чаек,
тортик, колбаска. А потом работать, работать и работать, друзья мои. Не только разговаривать нужно с артистами, а радоваться той возможности, которая открылась вам, получить частичку их опыта, который они-то годами на сцене зарабатывали. Одной из первых на призыв прийти в дом в качестве гостя-преподавателя откликнулась Кристина Арбакайте. Я за это ей очень благодарна. И хочу пригласить ее сейчас на эту сцену. Кристина Арбакайте! Не комом. Счастья вам всем, удачи, успеха. Надеюсь, со всеми еще увижусь не раз. Заходите отведать нашего второго блина. Он тоже будет нормальный, я думаю. Друзья, «Фабрика звезд» поможет вам развить разные грани ваших личностей, не только музыкальные. Кто знает, куда вас потом может завести тернистая дорога шоу-бизнеса. Вот Миша Гребенщиков, он талантливый вроде и музыкально, но и как ведущий оказался особенно хорош. Миш, может, повторим опыт, а? Миша Гребенщиков! Привет! Здравствуй, Миша! Здравствуй! Здравствуй, страна! Хотя страна-то Мишу видит чаще, чем я, потому что вы же практически всегда на гастролях. Как жизнь, Миша, гастрольная проходит? С переменным успехом, но в основном все хорошо. Чувствуешь, какой у меня голос? Мими! Раз, два, три! Отлично! Ты помнишь свой первый кастинг?
Помню. А что ты сделал для того, чтобы попасть на «Фабрику звезд» и круто попасть на ТВ? Не помнишь? Я ничего не спел, ничего не сплясал и, в принципе, ничего не сказал. За что мы его взяли, а? Может, за харизму? Миша Гребенщиков! Миша, у нас очень много нового в этой студии. В частности, потрясающая новая декорация, в которую еще больше народу вмещается. Вы посмотрите, зрители там, зрители здесь. Участники новые вот тут. А почему и как они оказались в этой студии, вы сейчас все сами поймете. Звезд такая. Миша, а кастинг такой же был? Где? Не помнишь? Почти что такой же. Кстати, я уже ребятам за кулисами пару слов сказал. Ребята, вы его не слушайте, пожалуйста. У вас все должно быть как можно в первый раз. Не что слушайте, угодно, Мишка, чтобы не видели камеры наблюдения. Ладно, ты мне только этого не рассказывай, пожалуйста. Пусть я так и останусь в неведении. Кстати, по поводу первой «Фабрики звезд», тогда вам старт такой хороший на международном уровне дала Патрисия Кассу. Даже выступали с ней на одной сцене. Поди плохо. Меня, знаешь, эти речи, в принципе, ни капельки не трогают, потому что я с ней не пел, я просто наблюдал. Ну, давай тогда, у тебя есть возможность сейчас реабилитироваться. И если не поговорить с мировой звездой, то поговорить о мировой звезде, которая сейчас выйдет на эту сцену. Ну что ж, представляю одного из участников бригады зарубежных звезд, самого нормального из всех Крисов, Крис Норман! Крис Норман! От сборной новой «Фабрики звезд» Елена Терлеева! Our love is alive, so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm fighting for you, whatever you do, 'cause baby you show me so many things that I never knew. Whatever takes, baby, I'll do it for you. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in.
hide it from me. Our love is alive, so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Stumbling in, stumbling in. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Just tell me, did you enjoy Lena singing? Great. She was fantastic. Well done. Наслаждается автор песни Лениным исполнением. По крайней мере, мы знаем, что теперь на «Фабрике звезд» у нас точно есть одна девушка, которая прекрасно поет. Это Лена Терлеева. Прошу вас поприветствовать ее. И Крис Норман. Thank you so much. Практически нормальный народный артист России. Миша, вот так вот у нас все нынче происходит. А так ли все происходит на концертах «Фабрики звезд» по стране? Хочется сказать правду. Давай правду лучше. Там вообще происходит дурдом. Верьте ему, это Миша Гребенщиков. Он, собственно, эти концерты и дает. А теперь, Миша, сделай то, что ты делаешь каждый вечер. И уж лучше меня-то, наверное, потому что я-то это делаю раз в 100 лет. В городе Чебоксары подошел один мужчина и сказал, показал документ и сказал, что свою дочку он назвал именем Фабрика. А чьим именем? Именем группы Фабрика! Группа Фабрика! Александра Савельева, Ирина Тонева и Маша Алалыкина. Спасибо группе «Фабрика», спасибо вам, девушки. Надеюсь, вам легко будет продолжать вашу гастрольную жизнь. Спасибо. Удачи вам. Спасибо тебе, Миша, тоже.
Хочу познакомить вас с нашими новыми юными леди. Может быть, из них сложится вот такой же квартет, как «Фабрика». Может быть, не сложится, может быть, они все закоренелые солистки. Давайте познакомимся с ними, наконец, поближе. Вы уже видели одну из них на этой сцене. Сьюзи Кватро просто, рядом с Крисом Норманом. Лена Терлеева! Что ни говори, а когда тебе 18, это просто здорово. Все прекрасно и неповторимо. Все еще впереди. И любая мечта кажется осуществимой. Пока в моей жизни все идет так, как я хочу. Мечтала попасть на утреннюю звезду и стала победителем весеннего цикла. Поставила перед собой цель быть участницей «Фабрики звезд». И вот я здесь, на ТВ. Теперь каждый день за меня будут сжимать кулачки мои друзья. Спасибо всем, кто верит в обыкновенную сибирскую девушку, попавшую на «Фабрику звезд». Лена Терлеева из Нового Уренгоя, друзья мои. Вообще, география участников на сей раз у нас очень широкая. Вы в этом убедитесь. Практически вся Россия на сей раз охвачена нами. Новый Уренгой, обыкновенная сибирская девчонка, говоришь? Ну-ну, не так-то все просто. Правда, вот госпожа Белецкая у нас из Москвы. Но это, собственно, одна из... Двадцать с небольшим лет назад я увидела свет, а свет видел меня. Врачи сразу же услышали мое «Ля!». И с тех пор я пою. Пою везде, дома, в машине, на улице. Пою, когда встречаюсь с друзьями и даже когда стригусь. Ну а если не пою, значит танцую. Танцы – это та же песня, только в движении. Но движение – это жизнь, моя жизнь. Это песни, танцы, ну и, конечно же, любовь. Вот такая она, Марианна Белецкая. Еще раз поприветствуем. Вообще, девушка у нас прошла со второй попытки на «Фабрику звезд», потому что она приходила на кастинг первой «Фабрики звезд». Но тогда мы с тобой не познакомились и не встретились. Зато я очень рада видеть тебя сейчас. Как видишь, судьба, она своих любимчиков не оставляет. У нас есть еще одна участница с биографией, которой мы жаждем вас познакомить. Я родилась в городе Кургане, выросла там. Последние 4 года занимаюсь эстрадным вокалом. Не знаю, насколько это все серьезно и профессионально, но участвовала в каких-то конкурсах, что-то где-то куда-то ездила. Но у меня есть одна гордость. На конкурсах, если я ехала туда, я обязательно побеждала. Я хочу стать певицей. Нормальной, обыкновенной или необыкновенной, может быть, какой-то сумасшедшей певицей. Ну, покажи себя всем. Молодец. А еще у нас есть девушка. Миш, специально для тебя выбирали и выбрали девушку из Воронежа. Рыженькая Юля Волкова! Ничего себе! Вот ты, Мишка, прожил всю жизнь в Воронеже, а Юлю ты видел там хоть раз? Юль, ты меня видела когда-нибудь? Я тебя не видел. Месяца 3, наверное, начиная с октября прошлого года, Юля позор. Только на тебя и смотрела. Миш, исправляй ошибку. Все, вот она. Юлия Волкова, Миша Гребенщиков. Привет, земляков. Встреча земляков на одной сцене. В Воронеже бы еще лет 100 не встретились. А пока продолжаем рассказ о героях первой «Фабрики звезд». Вы помните мега-хит «Понимаешь»? Игорь Матвиенко написал эту песню для дуэта Ирина Тонева, Паша Артемьев. Кстати, как принимают песню в стране, Миш? Это самая легкая для представления песня. Я просто говорю, музыка Игоря Матвиенко. Зал. Падает. Дальше. Поют два очень красивых человека. Зал. Очень добрую песню. Зал вообще. Я говорю, в этом моменте уже можно начинать закидывать игрушками. Зал кидает игрушки. Опа! Понимаешь, говорит Ирина Паше. Понимаю. Говорит Паша Ирине. Теперь они появляются на этой сцене, но им помогают парни,
с новой «Фабрики звезд». Итак, Артемьев, Тонева и наши новобранцы. Понимаешь, да? Понимаешь, я ушел тогда на зло. Нашел тогда я слов, ты не знаешь, просто нам не повезло. Было, может, но прошло, понимаешь, 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 ты ушел, а я ждала. Понимаешь, я родителям врала. Я слышу каждый день из всех палаток, продающих музыкальную продукцию. Это, друзья, слава, это даже не просто популярность. Желаю вам удачи! Ирина Тонева, Паша Артемьев. А пока, Миша, предлагаю нам с тобой и всем зрителям покороче познакомиться с юношами второй «Фабрики звезд», которые уже помогли Ирине и Павлу исполнить их потрясающий дуэт. Давайте начнем с Ираклия Перцхалавы. Давайте! Ираклий!
Скажу вам, друзья, что Ираклия вы уже могли видеть в группе «Тет-а-тет», где Ираклий трудился солистом. Но никогда не поздно начинать все с нуля, видимо, решил про себя Ираклий. И вот взял и пришел на «Фабрику звезд», просто как в свое время Мишка Гребенщиков. Принес кассетку. Отослал кассетку. Ах, отослал кассетку, да. Отослал ты же издалека. Через две недели звонок. Говорят, приезжай. Алло. Куда приезжать? Зачем? Я уже забыл про это. А так все получилось. А вот Ираклий тоже послал кассету, забыл про это. Ему тоже позвонили и сказали, приезжай, Ираклий. И вот он здесь, Ираклий Перцхалава. Еще один юноша – это Лагутин Геннадий. Город Глаза, в котором я родился, даже на карте России отыскать трудно. В нем всего-то пара клубов, да одна концертная площадка, на которой, кстати, я и выступал с 12 лет. Попав в Москву 5 лет назад, я просто влюбился в столицу. Ну а в Москве чаще всего брожу по парку Сокольники. Именно здесь, сидя вот на этой лавочке, прошлой зимой я написал свою песню. Ее слова по-прежнему хранятся в моем блокноте. Интересно, кто и почему поделил наш мир на две половины? Восток и Запад, Европа и Азия, две общины. В чем причина? Я родился где-то между ними, а точнее посередине. Я не знаю, кто я и зачем я. Объясни мне все, Россия. Россия тебе обязательно все объяснит. Этого юношу прислала нам Удмуртия. Это к вопросу о широкой географии нашего конкурса. Пишет стихи и музыку сам. Так что, Миша, может быть, как и ты, раскроется он у нас. Ждем-с. Ну что, дальше смотрим. Продолжаем знакомиться с нашими юношами. Богата земля оренбургская звездными молодцами. Вслед за старшим осташонком Сашенькой поехал покорять столицу и младший брат Димочка. Перед дорогой косточки размял, ручки с крылышками расправил, с красной девицей попрощался, голосок свой бархатный прочистил. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Старшой все тяготы звездной жизни на себе испытал. 3 месяца пел, плясал, да перед камерой светился, прежде чем корни в шоу-бизнес пустить. А вот что с Димкой, младшеньким приключиться, покажет «Время» на Первом канале. Вот думали мы, думали, тянуть интригу до конца или не тянуть, и решили, а ну ее, не будем мы ее тянуть. Дмитрий Осташонок! Младшенький. Самый младший Осташонок, который только известен нам. Ну что, Миш, каков сюрприз? Супер сюрприз. Я думаю, этот человек будет самым матерым поначалу. Самым матерым, а потом подсидит Осташонка старшего в группе «Корни». Я думаю, точно. Это закономерный точно. Итог. Ну что, продолжаем знакомиться, юноши. Я вас пока еще не всех знаю настолько хорошо. Надеюсь узнать получше. С 3 лет я мечтал увидеть Питер своими глазами. В детских мечтах представлял себе, что это не город, а сказка, и каменные львы умеют говорить. Летом 2000-го, собрав свои скромные пожитки, взял билет на поезд Тольятти-Санкт-Петербург. Город встретил меня проливным дождем. Я понял, это мой город. Первый курс Питерского инженерно-экономического университета открыл мне дверь студенческий КВН. И уже через 2 года, вы представляете, мы были лучшими из клуба веселых и находчивых. Мы смеемся везде и всегда. Так легче просто жить. Может, я в чем-то не прав, может, слукавил в этой фразе про смех. Но поверьте, я счастлив, что я – это я. Что есть друзья и мама. Что сказка обернулась явью. И ничего, что каменные львы молчат. Надеюсь, юноша проявит себя на «Фабрике звезд», потому что, как и все сидящие здесь, молод, талантлив и перспективен. Кстати, от того, что парни из проекта «Первый фабрика звезд» победили, они же ведь не стали от этого менее талантливыми, правда же? Я думаю, они стали в 1000 раз талантливее, потому что, когда, находясь в каком-нибудь городе, я говорю «24 марта», ну, люди так, 24 до 24, страна Франция, город Канны.
Фестиваль Евробест и группа Корни как делегат от России на фестивале Евробест. И прямо сейчас на Фабрике звезд. Силы на исходе, и кровоточат раны. Мне жить еще не поздно, а умирать так рано. И вновь один остался, и разбежались люди. Все, кто когда-то клялся, что долго не забудет. Группа «Корни», вот вам автор Павел Артемьев. Младший Осташенок, учись у старшего на гитаре играть. Александр Берников. И Лёлик, ты супер. Лёлик, ты супер, это Лёша Кабанов. Он же. Его больше знают под именем Лёлик, ты супер. Смени фамилию. Фабрика звезд. Я счастлива, что я имею возможность это говорить. И я тоже очень счастлив. А ты-то что счастлив? Ты каждый день говоришь, что Фабрика звезд приехала в ваш город. Тогда я постою, помолчу, ты поговори. Какой ты, Миша, хороший. Да, конечно, тебе нужно беречь голос. Тебе нужно свои разрыпники еще донести до народных масс по всей стране. Миша Гребенщиков мне помогает вести эту программу. Правда, сейчас я больше похож, правда, на настоящего Макара Гусева. Макар Гусев. Премьер-министр – это та группа, которая нас активно поддерживала во время первого проекта. Не забудут они о нас и сейчас. Но им помогают зарубежные гости из Италии, из солнечной Генуи. Дискотека 80-х прямо сейчас начинается здесь. Возрождение духа итальянского диско. Вся страна, столь любимого тобой диско, Миша, кстати, танцует, делает, как Миша Гребенщиков, Рикки и Повери! Премьер-министр! Часто снится по ночам один и тот же сон. Зима и станции метро, полупустой вагон. Она садится в уголок и достает роман, словно прячется в книжный туман. На миг подняв глаза, она увидит блеск огней. И он сидит напротив, молча улыбаясь ей. Она беспечно улыбается ему в ответ. Только сердце опять шепчет «нет». Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько проблем. И пускай лучше сердце не занято будет никем. Зачем все ушло навсегда? Ну зачем, ну зачем? Se tu sapessi come sei quando ti incavoli e mi ricordi cosa perderei nel perderti e poi ti sciogli all'improvviso con due coccole e mi fai innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei?
stanca che adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu. Cosa sei, cosa sei. Так много в жизни было встреч, да только все не то. Она сейчас лишь поняла, увидев тот же сон, что, наверное, это был он. Ну зачем это ей, ну зачем? Без того в жизни столько проблем. И пускай лучше сердце не занято. Non lo sai neanche tu cosa sei. Se non vuoi. Ну зачем все ушло навсегда? Ну зачем, ну зачем? Cosa sei? Магнифика! Чао! Чао-чао! Сан-Ремо приехала к нам сюда, на фабрику звезд. И вот мы тут так вместе зажигаем. Ожидал ты такого поворота событий? Я не верю. Ущипните его! Я сделаю это за вас. Это была чистая правда, а дальше, Мишка, будет больше. Я понимаю, что я еще круче попал. Ты еще круче попал на ТВ, а уж как они попали, это вообще страшно сказать. Давайте продолжим знакомиться с юношами. Кристиан из города Сочи. Сказать о том, что я не люблю сидеть на одном месте, это значит ничего не сказать. Я ненавижу скучать, поэтому я постоянно хочу двигаться. 7 лет своей жизни я отдал профессиональному футболу, но не забывал и о музыке. Он закончил музыкальную школу, а когда приезжал домой с тренировочных сборов, то рассказывал: «Мам, ты знаешь, меня прозвали в команде Хулио Иглесиаса». Но со временем я разочаровался в футбольной кухне. Что касается музыки, то она осталась навечно. Кристиан Лених из Сочи, открываем тайну, хотел приехать еще на первую фабрику звезд. Но тогда был футбольный сезон, который не отпустил Кристиана. Кристиан сейчас решил, наконец-то уже, когда в межсезонье, что можно и запеть, наконец, пожить в звездном доме. Кристиан Лених! Алексей Семенов, это наш следующий участник. Я начал в детском саду. Я пел везде, пел в автобусе, и все взрослые смотрели на мое умытое лицо умиленно и говорили: «Какой хороший мальчик». Я прошел отбор на фабрику звезд, сел в автобус и запел. Все взрослые смотрели на мое счастливое лицо и думали: «Странный какой-то». Я пошел на фехтование. В первый день занятий тренер надел на меня куртку, маску, дал в руку рапиру и сказал: «Защищайся». Он сделал укол в маску. Она съехала с моей головы и больно ударила в нос. Я понял: фехтование для меня. А в школе мальчишки смеялись и говорили, что фехтование скоро для девчонок. В 2000 году на Чукотке я должен был построить музыкально-развлекательную радиостанцию. Сейчас она работает 20 часов в сутки, я назвал ее «Радио Пурга». На Чукотке на стихи Ахматовой я записал песню. Так для себя, не для эфира, но надеюсь, что вы ее скоро услышите. Алексей Семенов! Судя по многообразию талантов, которыми богат Алексей Семенов, метит он в Гребенщиковой, у меня такое подозрение. Я отдыхаю. Нет, Мишка, ты работаешь, ты тяжело работаешь, трудишься на концертах. А вот Алексей Семенов пока отдыхает.
Правда, скоро ему будет уже не до отдыха. А я хочу познакомить вас с Решетниковым Михаилом. Петь люблю, обожаю, каждый день пою, занимаюсь. У меня своя методика целая, даже если не с педагогом, я сам занимаюсь. Также люблю спорт, люблю автоспорт. Просто я экстремал по натуре. Мне очень не хватает адреналина, поэтому всегда хочется погонять. Люблю боулинг, люблю бильярд. Люблю отдыхать в выходные. С друзьями очень большой круг общения. Но Миша отличается от других, мне кажется, целеустремленностью и такой вот... Все-таки относится к тем людям, которые, наверное, романтики по жизни. А теперь разрешите пригласить мне поближе к месту ведущего Нарцисса Пьера из Камеруна. Здравствуй, Нарцисс! Здравствуй, дорогой! Это наш еще один участник «Фабрики звезд 2». Опа, побратались, уже все нормально, уже все профессионально. Нарцисс Пьер у нас метит в Бобби Фарреллы. Ты знаешь, кто такой Бобби Фаррелл? Я знаю, кто такой Бобби Браун. А вот он приблизительно, но Бобби Фаррелл — это человек из группы Бонни М, который рядом с Лис Митчелл все время на концертах совершал просто умопомрачительное количество движений в секунду, двигался так, что все просто думали, вот это юноша! С тех пор Бонни М, правда, выступает без Бобби Фаррелла, но зато у них есть Нарцисс Пьер! Нарцисс Пьер, представляй своих друзей! I like to move and move it! I like to move and move it! I like to move and move it! You like to... Move it! Не-не-не, стоп! Так я не работаю. Попробуем еще раз. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. You like to... Ladies and gentlemen, our opportunity to present to you the number one, the king, the best, Bunny M! Руки! Все руки!
Вест-Индийских островов. Thank you so much, guys. But I would like to present another little girl from that guys who is gonna sing with you. Савичева Юлия. Битва новобранцев. Фабрики звезд 2. Юлия Савичева, иди сюда. Другая девочка с нашей фабрики специально для Бонни М. So, come on everyone, let's start rocking! Remember Zion, when we sat down, when we sat down, there
Вызывать здесь выступать на одной сцене с группой Bonnie M. Спасибо вам! That was just awesome! Юля! Не за что тебя прощать, Мишаня!